Главная задача – проявить ловкость, сноровку и сплоченную работу всех участников семейного состава. Всего в мероприятии соревновались 10 команд по 3 человека. Семья – это основа общества. Мы видим на этом плакате. И мы сегодня здесь, на Страдужской земле, откроем год семьи. Я сам из многодетной семьи, пятеро. Сегодня у меня дочь, можно сказать, тоже многодетная. Трое внученик у меня. Я прекрасно понимаю, что такое воспитать детей. Мы болеем за команду детского сада «Березка». Верим в победу, верим в успех. Наша «Березка» лучше всех! Это здорово, это весело, это сплочает еще больше семью. Пробуждает не только в детях, но и во взрослых интерес, бодрость, дух, здоровый дух. Поэтому здорово, что проводятся такие мероприятия. Конечно, будем еще участвовать. Наша семья очень любит заниматься спортом. У нас папа футболист, сын тоже подрастает, будущий футболист. Мы очень любим заниматься спортом. Поэтому мы, когда узнали, что будет такое соревнование проходит, такой праздник, мы не сразу думая решили согласиться. Семья – это ячейка общества, это самое главное, что есть у человека, это его семья. И плюс, потому что год 2024 объявлен годом семьи, поэтому мы очень захотели поучаствовать в этом празднике. Множество разнообразных этапов, начиная с представления своей семьи, заканчивая летним хоккеем, а также испытания на скорость, меткость и силу. В конце мероприятия подвели итоги, объявили победителей в разных номинациях, в том числе заочного конкурса фотографий «Мы в спорте». Участникам вручили награды, цветы и памятные подарки. Дмитрий Белов, Евгений Цветков, Григорий Дупанов и Андрей Шевченко, Стародуб.